Северная Корея утром 10 марта запустила две баллистические ракеты ближнего действия в море с побережья города Вонсан. Снаряды пролетели приблизительно 500 километров. Об этом заявили представители южнокорейской армии. Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Это произошло в провинции Хванхве-Намдо около 5:20 утра по местному времени. Подозреваем, что это были ракеты индекса R-11. Северная Корея располагает большим запасом ракет малой дальности. При этом она пытается разработать ракеты средней дальности, а также межконтинентальные. Наша армия внимательно следит за развитием ситуации. Мы сохраняем полную готовность действовать в случае любых провокаций со стороны Северной Кореи. Сообщения о запуске ракет поступили в то время, когда ситуация на Корейском полуострове значительно накалилась. В январе КНДР провела четвертое ядерное испытание, а в прошлом месяце запустила ракету дальнего действия. В результате Совет Безопасности ООН и США наложили на страну новые санкции. На прошлой неделе КНДР выпустила в море 6 ракет, используя реактивную систему залпового огня. Лидер КНДР Ким Чен Ын также отдал приказ армии быть готовой к упреждающему удару по врагу. Кроме того, в среду он объявил, что его стране удалось миниатюризировать ядерную боеголовку, чтобы ее можно было помещать на баллистические ракеты. Между тем, в Пентагоне говорят, что пока не увидели никаких тому подтверждений. Отметим также, что на прошлой неделе американские и южнокорейские армии начали полномасштабные военные учения. В них принимает участие около 15 000 американских военнослужащих и более 300 000 южнокорейских.